Володя воду возит по фляге на крещение. А там что-то машина какая-то стоит, грузовая. Ну, понятно. Колонка хорошая. Снег отсюда убрали. Никакого откровения не надо. Достаточно, ну, здраво смотреть, то написано. Бурга, а что какая. Вид, и Володя, далее говорится о том, что проглоченные будут. То вот эта реабилитация, которая прошла, тут уже из этого ведет. ВИЛ, хотим мы или не хотим, Ленин менял до 118, кажется, раз. Разные свои имена. И каких только у него не было. Наконец остановился Ленин. ВИЛ, ВИ, это у него природное, а Ленин он никогда не был. Лена, это Лена. Ага. Понятно. Это Надежда Васильевна только пришла. В 7:00. Все, появляется. Дошла до дому. Ну, сестра, сколько возится с Надеждой Васильевной за машину. Благослови ее, Господи, труженица Христова. Все, поехала. Машина. Какую-то бабку или кто-то ведет. Бабки по ночам ж ходят. Вот утро раннее. Брат Владимир пошел на работу. Унты взял с собой. Сегодня четверг. У Игоря Дыбунова хлеб будет печь. А Игорь там идет занятие. Вот он пошел водой, перекрестился. Раскубаривает калитку, развязывает. Все, рукой помахал. С Богом, брат дорогой. Унты взял. У Игоря там снег с крыши сбрасывает. Хлеб печет. Видишь, какая у него табакерка. Ну и все. О, захватил, Володя идет. С работы, с сумочкой. Так. Заворину вставляет. Это называется палка, закрывает. Сейчас завязывать будет. Вот сегодня у нас 3 февраля. 2020 год, понедельник. Вот.
ты далеко там от меня, тут ты как кормил, воробьев ходил, голуби все доедают. Все. Ну, Володя еще раз решил съездить. Да, что батюшка приедет, чтобы вода была. Угу. Машина поехала. Тоже к Надежде Васильевне пришел. О, тоненький человек. Платье такое длинное. Ага, догадываюсь, кто это. Тем более, там, видать, машина. Мне так это знакомо. Что-то сумочка какая-то у нее. Не открывает. Иди, помоги зайти. Ты ушел, нет? Ушел, видать. Тростиночка какая стоит. Что-то не открывает. Видать. Опа, открыла, все, зашла. Женщины на машинах как ездят. Слава Господу. Видишь, дворник заработал. Приезжала к больным, как медсестра.
Ну все, нет никого. Все, появляется. Дошла до дому. Ну, сестра, сколько возится с Надеждой Васильевной за машину. Благослови ее, Господи, труженица Христова. Поехала. Ага. Понятно. Это Надежда Васильевна только пришла в 7:00. Глубокая уже ночь. Надежда Васильевна одна ушла. И теперь вот Володе пришлось распечатать и идти. Немощь и непослушание подвергает других опасности. Это же все перед Богом. И сказать нельзя никак. Тут тысячи защитников кинутся и с рогами, и с копытами стучат. Вот так. Володя запечатывает все. Завязывает. Когда сейчас уходил сейчас на остановку, встречал темно. Всегда говорю, чтобы солнечный луч захватил, когда дома на крыльце будешь вовремя прийти. Нет, мемощь, нет. Прихоти ищет своенравно. Ничего не могу сделать. Только одно на Бога надеешься. Сугроб такой здесь. Это сегодня у нас 20 января 2020 года. Ровно год. Ночью сегодня скончался Козлов Сергей Георгиевич из Воронежа. Святой человек. Вот здесь должна появиться сейчас. Помогает открывать, сама не откроет или еще. Светло сильно еще распахнул дверь. Заходит. Свет включила. И дверь закрыла. Все. Дома, слава Богу.